Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам! Открытая лайф-лента, возможность посмотреть профили всех пользователей, открытый инвентарь бота и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам! Заходи на elitecase.net и испытай свою удачу! Доброго негра, друзья! С вами Филиппин, Кофи, Дифорс, и сегодня мы поиграем в маньяка CSGO! Да, ребята, всем привет! Всем здорова! Итак, друзья, у нас в очередной же раз те же самые правила, новая единственная только лишь карта, и я предлагаю сейчас быстренько нажать MP, Restart Game 1, и да начнется безумие, друзья. У вас ровно 30 секунд, сражение, чтобы спрятаться. Да. Окей. Подожди, откуда прилетел этот глок, Женя? Откуда? Это ты выбросил? Да. Ну чё, всё, давай прятаться уже, начнем, скажем так. Давайте, да, ровно через, получается, уже 20 секунд я пойду вас искать, поэтому давайте, крепитесь, народ. Ай, стоп, я ж раньше мог залезать. Чего? Я ж раньше мог залезать туда, так, Олег, ладно. Олег, ты стеночку какую-нибудь нашел? Нет. Вот в чем мы прикол. Ой, здорово. Так, там уже нашли. Я нашел респаун. Это у меня респа. Да, я понял. Давайте я еще вам дам там 15 секунд, потому что вы что-то ничего не поняли. Щедрый Максим, окей. Щедрый Максим, да. Да что это такое? Что ты нашел, Олег? Так, я нашел что-то прикольное, ну и короче здесь буду, посижу здесь, пожалуй. Так, ну все, я иду искать, кто не спрятался, тот не виноват. Давай, Макс, давай, так. Все, let's do it. Где же вы тут засели-то такие, а? Карта... А, я тут тайзер забыл записать. А, ну просто. Напиши, да, кстати, карта, она, знаете, такая, как бы, она вроде маленькая, но нычек здесь очень-очень много. Я вот пока как... что нашел всего 3 нычки. Я в одной из них сижу. Подожди, я, блин, тайзер не могу. Сейчас тайзер впишу еще, а то я забыл про него. Все, let's do it. Погнали. Да, Макс, ты реально не заметил это? Чего? Ну там что-то упало, как будто. Ну, что-то упало, да. Plant. This fucking plant. What the fuck, man? What the fuck? Я слышу Макса. What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck, man? Where are you, man? Ладно. What the fuck? Но где ты, я лежу? Не знаю, Макс. Я думаю, что Олег, ты там, Олег, а... смотри на карту. Да я вижу, Женя, ты где-то здесь, но я... Понятненько. Макс знал про эту нычку по-любому. Жека, ты видишь, да, теперь вот меня, да? Видно, да, где я спрятался? Вижу. Прикол в том, что я еще в самом начале раунда скинул на Максу просто бомбу, а он этого не заметил. Блин, лоу, кек вообще, как это? Я же ничего не вижу, я же слепой котенок, вы что? Где вот единственный ты? Не знаю. Ну, ты знаешь... Ты обмануть можешь очень легко. Да, вот у меня нычка такая, как бы, ну... Вот если рассуждать так, что вот здесь бомба лежит, то откуда могла она пойти вообще? Откуда? Ну, наверное, Макс, снизу откуда-то, из-под земли прилетела, наверное. С земли, стопудово, да-да-да, я понял это. Топ-паркурщик, Олег. Я что-то слышал, Блин, я застрял! Да я застрял там! Я... Ай, зачем я начал менять свою позицию? Я думал, что Макс уже близко, что он начинает подниматься ко мне, блин! Так, давайте меняем стимами. Давайте того, кто первого находит, тот и становится маньяком. Это же. Поэтому, Женька, давай. Так, килл в консоли. Чего я не могу перейти, да? Блин, ну, кстати, нычек здесь много, но карта маленькая, то есть сама по себе. Не могу перейти, а перешел. Мне еще два раза умер подряд. Так, давайте я тоже... Всё. Вот сейчас рейдинг. Должно все получиться, я в это верю. Давай, получится по-любому. Во, все, найс, так. Так, ты тайзер только не забудь прописать себе, ну. А тайзер что такое? Ну это. Ну блин. Это нормально. В CSGO. Просто сильвер, да. Открывай без тайзера, я могу играть. Нет, так тайзер это Зевс, ну ты чё? Вот, сейчас тебе скину, просто скопирую. Килл, я прописал тебе в это, в консоли. Не, у меня есть здесь бесконечно. А, ну все, он же ведь покупать есть, может, Макс. Круто. Да, я ведь могу. Вот, Макс, вот здесь я был с самого начала, короче, а именно отсюда тебе прилетела бомба. Я же ходил, обожди, а здесь... Даю вам 15 секунд, это... короче, 4.20, нет, я Женя уже не выхожу. Женя не знает, по идее, про эту позицию. Давай. Давай, короче, здесь постоим просто, пока. 4, спи, так видно, да? Да. 1. Зачем? Зачем ты ушел, мудила? Так я, если что, вернусь. Ну, наверное. Да нет, хотя, я не знаю. На месте, Олег, все нормально. И вот, Макс, я замаскировал. Просто камуфляж реально какой-то. Просто топ. Ну, если что, Жень заходит, у меня дробовик. Ну, я, конечно, не знаю, что нельзя использовать. Да я случайно купил его. Вот. Ладно, не случайно, специально как бы, но просто так, для вида чисто. Где вы спрятались? Ты чё, Макс, зачем?
Верни. Да уйди, фу. Убери говно. Да блин, куда мне замаскировать здесь? Я зачем это, бог? Вы дробовик выкинули, что ли, рядом? Не-не-не-не-не-не. Так. Ты вообще хоть имеешь какое-то предположение, где мы находимся, да? Вообще ноль. Вообще ноль. Ты полный ноль. Что-то... У меня 3 минуты еще, как бы. Ну, времени еще достаточно, да. Но я что-то побаиваюсь, на самом деле. Куда я вышел вообще? Куда? За карту могу упасть вообще. Не, там это... Там не надо ходить, там бубо. Там бубо. Ты чё сделал, модила? Ты знаешь, ты как прям Хогвартс, короче, это, там, где напомнишь, на, ну, на станции, там, где поезда ходят, там, вот помнишь? Ну, кто да, смотрел фильм, тот поймет, да, короче. Я понял, Где вас искать? Ну, это была подсказка такая даже своеобразная для Жени, но ладно. Че, будем менять позицию, Макс, или чё, или как? Погоди. Станции, поезда. Ты зря оттуда ушел? Блин! Что такое? Что за бешеность? Черт, goddammit, man. This is fucking hardcore. Блин, а я боюсь уже менять позицию так-то. Я вот иду, мне вообще по барабану. Дурак! Идиот, просто зачем ты сюда пришел, Олег? Вообще, я знаю эту позицию. Давай дальше. Давай. Еще глубже, Макс, давай глубже. Давай глубже. Еще. О, смотри! Макс, иди сюда! Иди поближе. О, где мы? Братан, идеально. Где мы с тобой находимся? Э, ночной. Куда вы залезли? Я еще глубже, по-моему, куда-то... Еще глубже. Куда ты там ползешь, Олег? Капец! А тут вообще жестко. Тут прям вообще... Ну... Кажется, он не найдет. Он просто не найдет. Там залазить. Я только твои ножи, Макс, вижу, как бы, и все. Джи? Твой градиент, убери, кстати, градиент, возьми чего-нибудь другой, градиент здесь просвечивается. Статрек, смотри, Макс, как светится. Какой статрек? У меня ничего не светится. Вот, на пушке, смотри. А, вот у тебя нож видно, да? О. Тихо. Нормально. У тебя бомба же! Она же светится. Да, нормально. Я про это даже не знал. Зачем? Блин, так жизнь, давай выйдем, может быть. А как выйти? Да вообще я не могу. В смысле, не можешь? В смысле? Мы что, застряли? С тобой застряли. Это текстурки. Понятно. Братан, иди, выручай нас. А где вы? Топаем, но ты не сможешь. Я знаю, Макс. Мы сейчас, по идее, находимся за стенкой. То есть он нас вообще никак не увидит. О, да, это же... Смотри. Как вы проползли в текстуры? Я сейчас даже стрельну. А, нет, смотри. Послышал. Все. Достаточно подсказок было сделано. Достаточно было подсказок. О! Выбрался. Как ты там заползание? Да я вернусь обратно, Как? Ты туда залез, братан. О! Тут невидимые стены есть, и я не знаю, в какие входить. Очень читерская карта, друзья, сегодня попалась нам. Так, я запутался опять. Надо как-то вот здесь вот как-то выходить. Во. Ну ты понял, да, Олег, как... Да. Черт. Я обратно. Где-то пошел. Где-то рядом. Я просто 20, обратно. 20 секунд у тебя остается, Женек. Ты сможешь найти? 25. Я не знаю, куда вы залезли. Братан, здорово. Слышу, рядом. А-за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 . Что, прям в текстуре здания, что ли? Что ли, я вот тут стоял на углу, здорово. Ой! Сука, это была... Фальшивая игра! А где он? Где он? 3 секунды, Женя, я на улице. Все, но... Не, ну, Макс, у нас с тобой прям были очень жесткие такие позиции, я вам так скажу. Так, давайте я теперь... Так, переходим тогда. Так, все, давайте я за спецназ теперь. Вот. Ну, реально, позиция прям, ребят, такая... Там сложно было нас найти, Женя. Я думаю, что там даже многие не видели, что вообще, где этот мы находились. Да. Просто одна сплошная черная жопа негра. Так, где Зевс? Зевс. Все, я купил Зевс. И вот так вот. Ну что, все, погнали, ребят. Так. Не, ну ты подожди, дай нам, короче. Посмотри. А, точно, забыл. А, сколько? Лежит, ты красавчик. Я 4.25 тут... стартой. 4.20. Все, окей. Я жду. Жду, пока вы там спрячетесь. А че вы? Да ну, фу. Мерзкое создание просто. Ну че вы там нашли такое интересное? Да, тут лохотрон. Блин, братан, очень плохая история. 3, 2, 1. Очень плохая история просто складывается. Нет. Ой.
Опа, она! Здорово, 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 здорово. У меня нога дергается, Даш. Нога дергается. А я, походу, знаю, что вы хотели сделать, друзья. Я знаю, что вы хотели сделать. А что мы хотели сделать, братан? Ну, я знаю. Вы хотели залезть на крышу, да? У вас не получилось это сделать, потому что там упали, да? Вот, да. Потому что лестница стала прозрачной, хотя раньше она не была прозрачной. Вот. Так. Окей. У меня еще есть 4... Ой, ну да, если округлен, 4 минуты, чтобы выжить. Братан, здорово. Ты где-то очень далеко, что-то слышишь. Нету там, значит, да? Ну ладно. Нету ладно, там, значит, ну, все ладно. Стены перестреляют. Да, 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 да. Олег, я вообще-то там стоял, ну ладно. Ну да, да, да. Конечно. Путово вообще, Олег, да, да, ты да. Чё, его не видел? Да. Я не поведусь на такие обманки, нет. А на что тебя, на что ты можешь повестись, как шлюха? На, не знаю. Довольно-таки некомфортное у тебя положение, Макс. Оно, знаешь, оно как бы... оно, да, оно не сильно супер какое-то секретное, но при этом, вот знаешь, может Олег... Олег может вообще его не заметить. Так, подожди, вот это странно, сейчас звук такой был, знаешь, ну буквально на секунду, но... Так, погодите. Так, где-то здесь, значит, да, раз вы ржете вот так вот, значит, ехидно, но... Пацаны попались. А там, кстати, не видно тебя было. Я думал, что там просто продолжение идет комнаты. Так, кто теперь за маньяка у нас? Я Шнели. А я натюрлик. Шпрёхан. Ну, блин, карта на самом деле, друзья, сегодня прикольная попалась. Да, много всяких лазеек таких непредсказуемых. Но. Ну ладно, я просто сейчас вот такую не особо-то крутую тайчерскую позицию взял на самом деле. И еще раз скилл надо в консоли прописать. А еще раз скилл? Да. Скилл, давай. Да. Ну все, давайте попробуем. Так, ну получается, вроде каждый выигрывает по одному очку у каждого. Ну хотя, да. Нет. Хотя у нас Женек... Да, Женек вот просирает пока. Ну ладно, это как не особо-то и уж... Что-то решает в данном случае. Так, да. Сколько у нас, еще раз повторите, время дается на... 4.20 я иду искать. Все, отлично. Так. Надо что-то новое, потому что уже, в принципе, да, все вот позиции, думаю, они уже все как бы, ну... Ну да, но ты еще не все находил. Я скажу так, не все находил. Мы поюзали, по сути, вторую карты, только половину. Да? Да, братан, вы что думали? Ой, какая хорошая позиция! Да еще лучше на что возьмёшь. Давай. Всё, вот тут меня вообще никак не найти. Так, ладно, 4.20, так, полетели! Всё, камон! Камон, just do it, bitch! Just do it! Так, пожалуйста, кто там пострелял, чё сделали? Я чё-то слышу, чё-то кто-то ходит рядом, бродит. Чё-то кто-то ходит, да, здорово, как бы. Понятно. Жень, посмотри, где какая у меня позиция. Очень хорошая, да? Прикол в том, что здесь я походу навсегда. Ну, то есть до конца раунда. Вот ты сейчас неплохо так подсказал. Нет, тут как бы можно. Ты понял, как я туда залез, Макс? Да. Нет, ты не говоришь, что вот он вот там вот. Ну вот как не особо-то интересно было бы. Не-не-не, Макс, там, где ты думаешь, меня нет, потому что я однозначно не там, где ты думаешь, вот. Ну, дай одну подсказку, вот как бы, ты вообще... Хорошо, справа от меня стена, слева от меня тоже стена, позади от меня тоже стена, а спереди тоже стена, ну, стена не обычная стена, а стена из коробок, стена. Стеной там стены. Вот, как бы надо мной фонарь, и тут хорошо. Просто палево. Вот это, наверное, я зря сделал подсказку. Это, наверное, зря сказал, да. Забудь, Макс, про фонарь. Вот так, короче, сяду и взял вот. Да-да-да. Потому что, знаешь, Олег, как вот он прыгает, ты на его голову и выпрыгиваешь. Не, ну тут это нереально. Все, хватит подсказки, давай, тут слишком много реально подсказок уже было, да ну. Макс там бесится уже. Нет, я чекаю, просто чекаю, братаны. Просто чекаю, не бомбит. Да, а чё так, в смысле, там света нет как бы, понимаешь? Ну чё, у меня ещё 2.5 минуты-то есть, я могу успеть.
Блин, вот будет типа реально смешно, если ты его не найдешь. Не, ну тут реально же не такая позиция. Я вот только сейчас, ну, как бы ее нашел, поэтому раньше-то, ну, не. А вы говорили, что все, карта-то уже все. У меня тут есть такая маленькая. Да, вот тут вот только, смотри, видишь, Женя, все. Больше не могу никак. Я, кстати, боюсь, что он может тут пробежать и увидеть меня через вот это, короче. Вот. Через стену. Да, да. Да бред какой-то, где ты сидишь, там удела, я ж не понимаю. Это очень просто, Макс. Вот на самом деле позиция, но она непредсказуема, потому что мы ее еще ни разу не занимали. И как бы. Не юзали. И как бы, когда я только бежал сюда, я еще не думал, что здесь вот как бы такое есть. Как бы я думал, что тут просто, ну, как бы, ладно, не буду пока говорить. Я просто много так уже как бы подсказок дал, поэтому как бы вот. Да. Блять, я что-то чувствую там, вот как будто человек стоит. Где там? Где там? Вот там. А как туда залезть, алё? В смысле? А куда, Макс? А чё? За... Чё за бред? Чё за бред? Как залезть-то? Честно, это нечестно, просто как я к нему могу залезть? Ну вот, ну, вот ребят, не, ну, ну как бы могу вот так вот? Могу вот так вот? Могу вот ну так всё, вот. Это Габелла! Нет! Ну блин, ладно, 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 нашел, браво, похлопаем, белиссимо, брависсимо. Так, Женя, теперь у нас маньяк, как я понимаю, так, да? Окей. Да, да, Женя постоянно первый находится все время. Блин. Я думал, ты меня не заметишь, а у меня нога торчала через стену. Нога торчала через стену. Да ты меня убил. Ты вообще просто весь полился, если что. Да, то есть нормально. У тебя абсолютно всего было видно, на самом деле. Вот занять бы еще какую-нибудь такую позицию. Вот вверх бы и направо бы, Олежа, да? Вот да, Макс. Я стартую. Да-да-да-да-да-да-да. Помним, любим Skyrim. Карту я изучил более-менее. Изучил более-менее. Так и да, так и да. А где ты, Олежа? Не, а как? Еще выше, еще выше подпрыгни, еще выше подпрыгни. Да, вот там до середины, там где типа вторая уже начинается, понял, да? 10 секунд осталось. А, нет, Макс. Нет, больно. Ужасно больно, Олег. Морально больно. Как так ты пошел? Не знаю, Макс. Почему? Как? 3, 2, 1, я пошел. Брачу, 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 помоги. Давай руку, Макс. Сохрани. О, я сразу даю тебе наводку, он не туда побежал. Давай, давай, пробуй. Давай! Куда вы там прыгаете? Офигеть, офигеть, Олежа. Вы что нашли? Чпунька. Прямо сачет скрин какой-то. И смотри, куда можем прыгнуть, если что, потом. Вот видишь, вот сюда, прям над нами, короче. Надо глаз почесать, короче. Глаз. Почеши глаз пока что. Олежа. Олежа. Чего, чего, чего? Олежа! Ты куда? Макс, подожди, стой, 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 стой. Это топ место просто in the world. А где ты? Ой, дай, дай, дай. Все, Женя, просто сразу сдаваться. Не туда. Все, можно сдаваться сразу. Вообще, это топовое место, просто топовое. А подожди, мне интересно, если вот так вот сделать, то... То что? О, смотри, где... То есть мы еще можем туда, прикинь? Что кажется... вы вечно находите там? Так, мы... мне кажется, ты умрешь. Ну, не знаю, лучше не рискуй. Оп. Макс, давай подсадку. Блин, а мы так... Ну, давай, попробую. Давай, давай. Куда вы там залезли вообще? На троих туда как минимум, чтобы. Ну так... тут вообще максимум, понимаешь, безвыходная ситуация. Но, Женя, это будет сложно, очень сложно, понимаешь? Я не представляю, вообще. Где вы. Я скажу, что, что это... Мы вообще даже на краю карты. Абсолютно на краю карты. Нормально. Вообще, там... Я тебе сразу скажу, там вообще нам даже никак не выйти. И ничего не можем сделать. Мы просто вот стоим на маленьком, так сказать, периметре. Тут 2-3 квадратных метра, штука. Да-да-да-да. И еще вот... над нами какой-то цилиндр такой стоит, желтого цвета. Невидимую стену заходили? Какую невидимую? Нет, значит, все. Значит, вас как-то можно найти. Так, у него, смотри, Макс, какая-то тоже припасы на следующий раунд. Ну, слышал, да? За припасы. Что-то припас, смотри, какую-то невидимую стенку. Какой-то. Я вот думаю, не думаю. Где вы могли запрыгнуть-то? Вот вниз, да, хочешь? Ну я вот там рискованно, Макс, умрем, мне кажется. Да, и потом Женя еще и выиграет. Ну и все. Не, попрыгайте, вы рискните. Да мы рискуем. Тебе это не поможет, Жень, тебе это не поможет. Итальяно тут. Короче,
и пробуй, ищи нас. Я единственное тебе могу дать подсказку, Женя. Короче, ровно в минуту мы тебе говорим, где мы примерно находимся. В какую сторону. Минута 10. Минута 10. То есть 10 секунд решают все. Да. Где-то находится. Короче, даем тебе подсказку, то что... Есть такая лестница, на которую вы прыгали, у вас не получилось туда запрыгнуть, но она работает. Ты сучёныч. Так. Так, наводка помогла, наверное. Могли бы мы, знаешь, наблюдать чисто за ним, где он находится, вообще поугарать чисто. Вектор, полетать чисто. Да. Давай пока, смотри, пока на М нажми, там типа наблюдать, короче, нажать на кнопку и все. Ну не нажимай тут. Так! Я тебе сказал, не нажимай! Ты сказал, вот нажми там. Я сказал, не нажимай! Это был сарказм! Это я сразу сказал, не нажимай! Слушай, нычку я открыл, поэтому я могу залицезреть, что там будет. Не надо прыгать, Женя, не надо двойной прыжок. Я на кину лестницу, главное встать. На что встать? Вот, блядь, наверх давай прыгай. Я ж сказал. Короче, подвойная лестница, да? Тебе нужно на серединку попасть, чтобы на верхнюю лестницу зацепиться. Да, хорошо, профессионально, давай. Давай. Мон, вот, отлично. И где же вы думаете этот сер? Ну-ка, ну-ка, 20 секунд. Не туда, не туда. Желтый цилиндр, братан, видишь, желтый цилиндр. Вот. Цилиндр вижу. Вы чё? Нет! Макс, ну ты ч... Это была месть! Вниз хотели прыгнуть там. Это была месть, ясно, понятно. Тут какие-то загнал в спектры, наблюдатели нажать, вот тебе покарал я тебя, короче. Ну, я же сказал, не нажимай туда. Ну, блин, ладно, все, давай теперь последний раунд получается за мной, да? Давай, сейчас и все, да. Так, блин, это... ну сейчас вообще сложно будет от тебя спрятаться, потому что мы все знаем. Все да. Уже, да, просто все знаем. Даже самую топовую нычку уже все просекли. Вот это парадокс, но, конечно же, так и есть. Но а что? Нычка вообще просто супер интересная, на самом деле. Ну, она, на самом деле, читерская очень, и, наверное, скорее всего, даже не по правилам просто сделана. Да, конечно, братан. Зачем? Но мы же не знали. Че, Макс, 3-2-2? 3-2-2? Ну все, пацаны, я спрятался в угол. Ну точнее, жду вас, ну как бы. Угол спрятался. Да-да-да. Я Олегу прятаться. Что же интересно там такое? Ты сейчас, наверное, кто-нибудь подбежит, посмотрит на меня, да, как бы, и убежит. Не, ну давай, давай. Присядь, братан, не полезь. Присядь, присядь. Мутива, стагива. Бум-бум-бум-бум. Бум. Ну все, братан, иди ищи. Ну окей. Подожди, что-то мне подсказывает, что вот глок, который лежит на респе, это что-то значит, ну, понятно. Так, погодите. Погодите. Так, подожди, вот что за смех? Топовый. Я не буду тебя палить, Макс. Да-да-да, не надо, ни в коем случае. Это вообще, Олег, это реально... в иное место. Если ты найдешь, это очень жесткие места, отвечают. Подожди, что за троллинг? Погоди. Макс, знаешь, я сижу. Помнишь сначала, на что ты запрыгивал? Но. С другой стороны. Серьезно? Да. Ты еще круче. Да блин, вы так смеетесь, значит вы где-то рядом, вы видите меня, вы наблюдаете за мной. Давай мы тебе на второй минуте дадим подсказку. Посмотрим. Не, ну Олег, давай докажи, что ты... Какой у тебя ранг там? Суприм... я Беркут. В прятках ранг. Скажи, что ты Беркут, ёп. На один раз попробуй, как говорится. Ну как бы... Попробуй. Не, на самом деле, Олег, вот просто ты вот даже не представляешь, на что мы способны. Олег. На что мы... блин, пришли к чему? И как дошли до того, что находимся именно здесь? Это очень жесткое место, Олежа. Очень? Еще жестче, чем то. Еще вот жестче, еще. У меня еще жестче, чем у Макса. Подождите, вы еще нашли какое-то место в текстурке или что? Еще жестче, Олег. Просто вот unreal. This is fucking unreal, man. Подожди, в текстурке, то есть, да?
Не знаю, братан. Вот как бы не буду уже говорить, где конкретно, но вот думай. Но это, я скажу просто так, что это топовое место. Это еще, еще вообще в 33 раза хардкорнее. А есть еще топовее, если будет. Да блин, это 100%. Помнишь, вот типа такого же, братан. Вот типа такого же цилиндра, только еще больше, жестче, больше, больше, бум-бум. Короче, Олег, вторая минута, ты уже да понял. Я ему на минуте, Олегу, дам подсказку. Ну, как и тебе, в принципе. Сможет. Давай минута 30, чтобы он нас поискал, потому что нас двое, и мы не рядом. Ну, давай, давай. И, а, у тебя есть вообще, Олег, какие-то предположения? Нет, конечно, откуда? Нет, конечно. А где ты ищешь нас? Да, везде бегаю, я смотрю. Наблюдаю за вами. Минута 30 почти. Минута 30. Раз! Ищи нас, братан. На крышах, Олег, на крышах. Да, здрасте. Ой. А как я выберусь теперь-то отсюда, а? Это так вы... Да, я вижу, вижу. Женек, ты там вообще... Подожди, а где он? Ну, а как мне выбраться? Причем я выбраться тоже не смогу отсюда, скорее всего. Ну, вы нормальные вообще? Стенки ты пробежал, видел, да, Олежа, да? Чего? Там вот такие, короче, какие-то бигборды были. Вот он на этих бигбордах. Да. Ну, я просто уже не выбрался бы, ребят, сами понимаете. Но Максима я нашел, вот. Да, карта действительно... Ой, еще жестче есть места, Олег. Твою... В смысле? О, мать. Да, Максим, я чувствую, дай-ка я тоже ноуклип включу и полетаю просто по карте, посмотрю места всякие. Ну, тут вот реально топовая карта, на самом деле, оказывается-то. Тут можно вообще, ну хорошо, если даже еще вдвоем... Я знаю, куда можно было спрятаться, блин! А, вот, это ты сейчас тоже, Макс, да, вот тут вот? Да. А, вот тут вот можно было, да. Че, капец, это на подсадке только было, френдли-френдли делать и все. Обалденная карта. Вот тут! И стоп. Да, смотри, вот идите, короче. Ладно, на самом деле тут много мест. Вижу. Тут как бы если постараться, каждый найдет место себе. Да. Ну, в общем, друзья, надеюсь, вам понравился этот ролик. Вот. А, конечно же, друзья, если вам понравилась карта, можете поставить лайкусик. Ну и, конечно же, ставьте лайкусик за крутого маньяка вот на такой офигенной карте, которая называется Swamps. То есть вот, посмотрите, сами видите название. На тап, парни, нажмите. Да. Да, нажал. Еще находите эту карту в, получается, мастерской Steam, CSGO, и играйте вместе с друзьями. Ну а на этом все. С вами был Филиппин, Кофи, Дифорс. Подписывайтесь на наш канал, если вы здесь впервые. И всем адьос, амигос, друзья. Всем пока-пока. Всем пока.